Да, всем привет. Меня никто не знает, наверное, здесь. А потому что я нифига не пиарюсь. Потому что я скромный. Я для начала расскажу, кто я такой, что я тут делаю, как попал на дрибл. Дрибл появился, ну, для меня там года полтора назад. И я хотел туда попасть, потому что там все такие крутые и рисуют такие пиксель-перфект картинки. Я не знал, как это сделать, потому что у меня работа не совсем связана с постоянным пиксель-перфектом. Я как раз тот самый дизайнер, который, ну, надеюсь, нужен, а не звезда. Вот. Звездой хотелось стать. И, в общем, в тот момент, когда я открыл для себя дрибл, там было популярно рисовать картинки типа всяких там микроволновок. Ну, короче, ненужная какая-то хрень, которую нигде никто не применяет, но они были крутыми. И я сел дома как-то ночью. Я вообще увлекаюсь всякой аудиохренью, ну, типа там аудиосистемы и все такое. И у меня тогда стоял винтажный стереоресивер Marantz. Вот так вот выглядел. И, наверное, вы сейчас что-нибудь узнаете. Потому что вот эта картинка, она набрала достаточно много лайков. Благодаря ей я попал на дрибл. Я ее решил рисовать в максимальном размере, который, в принципе, мог себе представить. Но это, наверное, 2 с лишним тысячи по ширине. Потому что все остальные чуваки рисовали их маленькими. А маленькие картинки рисовать удобнее всего и проще всего. Потому что, ну, там достаточно мало деталей нужно показывать. Вот. А вот эта хрень рисовалась мной в течение, ну, ночей 4, чтобы как-то оправдать рисование этой фигни, не только же для дрибла она была сделана, я придумал дотолкать ее, так сказать, до... А чё фонит так? Дотолкать ее до якобы приложения, концепт которого я придумал. Это вроде как должен был быть плеер. То есть с винтажным дизайном ты туда заливаешь, ну, точнее, он коннектится к твоему iTunes аккаунту, тащит оттуда всю свою музыку, и ты можешь... И ты можешь управлять им с помощью вот этих вот контролов. Они вроде как не сильно нативные, но тем не менее это достаточно прикольная хрень. То есть там радиостанции и все такое. Собственно, нарисовав это, я стал достаточно популярным там. То есть меня стали знать некоторые чуваки, там какие-то заказы стали приходить. Ну, все как у всех. В то время я трудился над проектом уже в течение, наверное, полугода-года. Называется он GPS. Сегодня я про него поговорю. Сам проект не очень будет, видимо, всем интересен, потому что это спортивный стартап, это спортивный трекер. Собственно, основной прикол в нем в том, что ты можешь трекать свои тренировки, бег, там, велосипед и прочую фигню, которой кто-то занимается, и получать планирование. То есть этим занимается сейчас... там ранкиперы всякие. Я затрудняюсь назвать всех прям конкурентов. На самом деле они нифига не конкуренты, потому что у нас план... Вот он... Сори, что-то у меня тормозит все. Сраный iPhone. Этот план... Вот он, да. Он у нас живой. То есть у всех в основном... у тех людей, которые делают планирование для айфонов, для спорта, он мертвый. То есть ты пробежал, не пробежал, всем пофигу. То есть он не меняется. То есть если я, допустим, пропущу, вот, допустим, сегодня пробежка у меня должна была быть на 10 километров, я ее пропускаю, и всем пофигу. То есть завтра я должен пробежать 8,7 километров за 5,09, я не пробегаю, и всем по-прежнему пофигу. Нам не пофигу. То есть у нас реально система работает, работает она достаточно... Она работает, как я не знаю,
но она подстраивается реально под человека. То есть если ты не пробежал 10 километров, в следующий раз ты должен будешь пробежать их. Если тебе было сложно бежать 10 километров, и ты говоришь, что тебе было сложно, мы подстраиваемся под тебя, мы следующую тренировку тебе даем полегче. Вот, теперь можно включать следующий слайд. Но я буду рассказывать не совсем про проекты, я буду рассказывать про то, через какие этапы он прошел. Вот так вот он выглядел в первой своей бета-версии. Это было давно, года два назад. Выглядел достаточно хреново. То есть если сейчас нажать на кнопочку, мы пролистнем всю страничку, увидим, что ну, как бы он устарел серьезно. Это были тесты. По сути, мы тестово как-то пытались его запустить среди своих друзей. Можно следующий слайд? Вот так вот выглядели первые три экрана. Это было, по сути, то, что из себя представляло это приложение. По сути, это был трекер для велогонщиков, велочуваков. Ты мог записать трек, и, собственно, на этом все. Мы тестили. Можно следующий? Да. Потом мы пришли к чувакам, к инвесторам. Сказали, что у нас есть крутые люди, которые умеют планирование. Вот. Инвесторы нам поверили и дали бабла. И это бабло мы, собственно, сконвертировать смогли сейчас за год или полтора в достаточно большое количество клиентов. То есть у нас сейчас активных юзеров 19,5 тысяч. Но сегодня буквально, вот я сейчас перед тем, как говорить, увидел новость в Фейсбучике, что наш недавно запущенный билд 1.5.0, это буквально вчера было, или позавчера, попал на первую страницу featured в iTunes Store в UK, и это значит, что к нам сейчас придет очень много народу, желающего бегать по расписанию. Вот. Я не помню, что будет на следующем слайде, можно его посмотреть? Да. Вот, когда мы получили бабло, я начал рисовать. Рисовал я активно. Вот эти вот экраны я нарисовал дня, ну, за несколько дней. Инвесторам это опять же понравилось, но тогда у нас возникла небольшая несостыковка с планами инвесторов. То есть мы пришли к людям, которые занимаются играми. Играми они занимаются достаточно профессионально, много, долго, вырастили огромную компанию, которая продает очень успешные игры. И они нам сказали: чуваки, у вас какой-то не юзер-френдли штука, типа, ну, надо как-то привлекать же людей, чтобы они там открыли приложение. И как-то начали с ним взаимодействовать. Я потерял картинку, которую хотел вам показать, но, в общем, мы решили пойти им навстречу. Ну, вроде как они умные чуваки, знают, что надо делать. Мы поставили такой экранчик, сделали, то есть ты можешь начать приложение пользоваться без всяких регистраций. Там надо было нажать skip, вот это вот все говно с регистрацией, и там появлялся чувак, который делал приседания. Ну, то есть нарисован такой человечек, я его нарисовал. И тебе нужно было повторить эти приседания, держа в руке телефон. Достаточно глупая фигня, но инвесторы верили в то, что это заработает. На самом деле она не очень заработала. Ну, как и предполагалось, собственно. Потому что люди, занимающиеся играми, это понятно. То есть даже если они крутые, то это вряд ли можно как-то сопрягать со спортом. Потому что спортивные люди — это вообще не от мира сего. То есть я когда узнал, что им нужно, ну, я был немножко расстроен. Потому что реально вот эта вся мишура, которую я нарисовал, она, оказывается, никому нафиг не нужна. То есть учитывая, что это приложение, когда вот эти вот макеты были нарисованы, оно было одним из самых красивых в плане трекинга. Оно получило там достаточно много лайков на дрибли и так далее. Но это нужно было все дизайнерам, не раннерам. Раннерам достаточно было ранкипера. Я был расстроен, как любой бы дизайнер это сделал. Но, тем не менее, мы рисовали и пытались как-то соответствовать запросам людей. То есть сейчас за это время было придумано достаточно много фич, которые с точки зрения дизайнера были бы клевыми. По-моему, следующий слайд об этом расскажет. Включите. Нет. Это, да, сори, чуваки, я ушел совсем в другую сторону. В общем, это то, что получилось в итоге. Первый наш запуск, можно нажимать кнопочку там.
Вот это, собственно, интерфейс первой нашей версии, которая была запущена. Она была, по-моему, около года назад запущена. Это был трекер. Идея самого сервиса была помогать людям худеть. Эта идея изменилась до неузнаваемости, ну, вот, на сегодняшний день. То есть сейчас мы планер очень хороший, а раньше мы хотели, чтобы люди худели. Мы даже наняли как-то иллюстратора, потому что я хреновый иллюстратор. Ну, то есть людишек я нарисовать не смогу, натурально. И мы этого иллюстратора дрючили очень долго, чтобы эта девочка рисовала нам тушки людей так, чтобы они не были блевотными. Ну, то есть, когда рисуют жирного чувака, это достаточно сложно сделать, потому что, ну, жирный чувак, он жирный, он блевотный. Но нужно было это сделать как-то привлекательно, чтобы жирные чуваки, приходя к нам, начиная там выбирать свою фигуру, да, но нам нужно узнать какие-то вводные данные о них, типа там «я жирный, я вешу столько-то, я бегаю так-то или не бегаю вообще». И исходя из этого, мы получаем какую-то картину о человеке и можем что-то ему предсказать, типа «ты там похудеешь на столько-то». В общем, эти картинки мы достаточно долго рисовали, сделали их, но основной упор, к сожалению, теперь был не на них. Можно пониже чуть-чуть уже опускаться? Вот такие бейджики я нарисовал. Нарисовал я их. О, спасибо. У меня есть волшебная штучка, которая была у всех. Эти бейджики, собственно, мы хотели в приложение запихать, запихали. То есть зато... За то, что ты бегаешь хорошо, там ты получаешь такой-то бейджик, за то, что это плохо, ты получаешь, по-моему, вот этот бейджик с креслом. Ну и так далее. В общем, эти бейджики были нарисованы за 1-2 дня, потому что меня реально перло их рисовать. А пульт-то нифига и не работает. И этот не работает. Можно нажать кнопочку? Вот, спасибо. Вот, целиком интерфейс, первая версия. Что тут сказать? Ничего, он такой вот получился. Можно дальше. Это был веб-сайт. Собственно, все. Мы планировали сначала запускаться на нескольких платформах. Это был WinPhone, потому что он вроде как начинал нормально идти. И Android, и iPhone. Мы сделали приложение для Android, мы сделали приложение для iPhone, но Android настолько говенно работал, что мы решили от него избавиться пока. То есть он в будущем, конечно, подразумевается, потому что платформа вроде как популярная, может быть, раннеры этим пользуются. Но пока мы решили от этого уйти. Это был первый джипис. Сейчас он меняется, меняется активно, потому что, опять же, мы перешли на другую политику, политику раннеров, которым нужно тренироваться постоянно. Можно нажать. Так, если кому-то будет интересно, конечно, нажмите вот на эту ссылку потом. Ну, то есть ходите на jeep.is. Можно следующий слайд. Да, рисовались вот такие фиговины мной, опять же. То есть я единственный дизайнер в этом проекте. Я не помню, сколько их точно, этих человечков. Но рисовались они достаточно быстро, потому что мы хотели запуститься, хотели и хотим этого всегда, но всегда возникают какие-то неприятности. То есть то там приложение постоянно падает, то девелопер не подходит, то еще какая-нибудь фигня. Поэтому мы вот эту вот ерунду делаем в течение 2 лет. Иконками я человечками вдохновлялся у IconWork, всем знакомого, потому что он лучше него никто этого не делает. Можно нажимать кнопочку. И еще раз. Спасибо. В общем, вот эта вот фигня, это текущий дизайн приложения, которое сейчас можно испытать. Оно изменилось, изменился стиль. Горы остались неизменными. Кстати, был недавно смешной момент. Мне скинули ссылку в Skype предыдущие сотрудники. Чувак сделал макет, темплейт для спортивного магазина, используя вот эти горы, он замостил ими практически все. В общем, сделал достаточно хреново, но меня это позабавило, потому что у меня никто еще никогда ничего не воровал.
И это был интересный экспириенс. То есть я ему написал, я не знаю, зачем написал, потому что после этого он все отовсюду потер. Так бы я мог всем говорить, вот смотрите, он меня своровал. Короче, не делайте, не повторяйте эту ошибку. В общем, мне потом пришлось у него... А? Да, не просите, не говорите, что это ваша работа, вы у вас сперли, потому что потом некому будет показывать это. Ну, в итоге я пошел там в Google, из кэша достал Google крутой. Вот. А можно нажать еще раз кнопочку? Эти экраны, те вещи, которые подняли на Дрибле достаточно большую бучу, ну, для меня она достаточно большая. Конечно, по меркам там Куберто они никакие. Это фичи, от которых приходится отказываться, к сожалению. То есть они клевые, они нарисованы классно и выглядели бы офигенно. Но, к сожалению, когда ты работаешь над проектом реальным, который там собирается продаваться и получать деньги, от этого приходится отказываться. То есть вот эта фича с аплодингом, ну это описывать, конечно, глупо будет, но лента должна была опускаться, тянуть за собой экран, там заблюривается, все такое, все очень клевое. Мы от этого отказались, потому что, с одной стороны, это достаточно глупо показывать каждый раз одну и ту же ленту, и вроде как анимация-то клевая, но, тем не менее, мы ушли от этого, чтобы приложение работало быстрее. Кроме того, у нас девелопер не умел этого делать. Также мы могли бы показывать графики в виде гор. Это клевая стилизация, мне кажется, достаточно умная, потому что, ну, вроде как возвышенность и все такое. Но мы тоже не умеем этого делать, это достаточно сложно, и вообще мы графикой пока не показываем в приложении, хотя в будущем будем. Ну, потому что мы просто не умеем еще этого делать. И кроме того, у нас один девелопер, кстати, в команде, который делает сервер. По-моему, он чуть-чуть фронтендом занимается, программит логику планирования и занимается, угадайте, чем. Собственно, iOS. Этот гиперчувак работает постоянно, всегда. Очень веселый, как ни странно. Я бы на его месте сдох. Вот, но... Да, точно, он работает постоянно веселый. В общем, когда мы ему найдем помощь, возможно, у нас появятся красивые графики. Пока он не может это, нам нужно там дойти до следующего этапа с баблом, потому что мы... Практически все деньги уже потратили за 2 года. Вот. Третий график, ну, собственно, это он. Собственно, да, покажите следующий слайд. Вот адрес этого сайта. Я не хотел сегодня пиарить сервис. Хотел рассказать, как трудно работать дизайнеру на таком проекте. Трудно работать. Почему? Потому что, как уже говорилось, фрилансеру хреново работать одному. Я работаю один уже в течение, ну вот, 1,5 лет, потому что параллельно началу работы над Джиписом я работал еще в компании РИА Новости большой. Потом я оттуда ушел, потому что нам дали бабла. И, собственно, теперь я сижу дома. Сижу дома как сыч. Это очень скучно, чуваки. Это очень скучно. Фриланс очень плохо. Да, и даже плохо, потому что, ну вот как уже сегодня говорили, нельзя там ткнуть чувака, который слева, сказать, пойдем покурим, и там пойти проветриться, поговорить, да, типа, как ты делаешь это, как ты там, лучше, как это лучше сделать в принципе, вот посоветоваться реально не с кем. Ты сидишь как сыч, перед тобой интернетик, там лепрочка, дриблик, а делать-то больше и нечего, надо сидеть и херачить проект. В общем, выход из этого, я считаю, это какие-нибудь коворкинги, типа вот этого вот, типа сесть все вместе и там с другими дизайнерами можно говорить, советоваться. Я не знаю, пока для себя выхода не нашел, возможно, в будущем ко мне придет, но пока это очень скучно, надоело. Собственно, можно следующий слайд включить. Это мой ник везде, если хотите, мне очень грустно одному пообщаться. Да. Это мой ник во всех практически соцсетях, там в том числе и на Дрибле, так что смотрите картинки, лайкайте, мне будет приятненько. Я буду думать, что я не зря это все рисую и один сижу. Собственно, у меня пока все, по-быстрому так рассказал. Это было вообще, в принципе, мое первое выступление. Алишер что-то хочет спросить. У меня вопрос есть. Я просто немножко бегаю.
тогда, если я днем бегаю, сделайте черные буквы на белом фоне. Если я ночью, сделайте белые на черном. Это еще ни у кого нет, это будет очень круто. Олеша, я сейчас прекрасно понимаю, потому что... Куча раз. У Джипса это один из минусов, вот, который и в дизайне, который не дает нормально пользоваться. Я согласен, да. Я знаю об этой проблеме. Я ее сейчас уже намеренно не изменяю, потому что, как я уже говорил, нам нужно быстро сейчас запускаться. К сожалению, простите, чуваки, это вопрос бизнеса, который я не очень люблю. Я не люблю ни бизнес, ни маркетинг, и это все говно мешает. Ну, на мой взгляд. Но когда я рисовал вот эту вот фигню всю черную, да, то есть я на самом деле в этом плане, наверное, хреновый дизайнер, я признаюсь честно, потому что я не люблю рисовать на белом что-то, потому что это, во-первых, больше пространства визуально, его надо как-то заполнять, во-вторых, любые буквы на белом фоне, на мой взгляд, смотрятся грязно. Поэтому я предпочитаю делать темные приложения. Оно чересчур темное, я согласен с этим. Мы это поправим, безусловно, но поправим не сию минуту, к сожалению. Потому что мы сейчас прикручиваем мощный функционал. Вот опять же, на днях мы прикрутили там Runkeeper, полную привязку, да, и будем дальше двигаться именно в этом направлении. И у нас всего один пока девелопер. Но с моей стороны, да, я это все поправлю. Спасибо, буду ждать очень. Спасибо, чуваки. Привет. Скажи, пожалуйста, вот доклад как бы называется «Как я не люблю спорт и как я делаю стартап про него», да, интерфейс. А где про «не люблю»? Да, далеко, я не люблю спорт. Ну, то есть я его как не люблю? Ну, да, я дрищ, для меня тяжко начинать заниматься спортом. Я не люблю начинать что-то делать, то есть… Я дизайнер, я рисую это хорошо и там достаточно давно, и для меня это не начало, ну то есть это просто делать, то есть я могу там, я начинал точнее очень давно, там в 2002 году еще тоже опять же с теледизайна, как сегодня уже чувак говорил, там то есть по 3D я тоже могу начать делать что-то, но вот спорт это совсем из реальной жизни. Ну и как вы исследуете там? Потребности людей и все такое. Все очень просто. Вот этот вот девелопер, который гипердевелопер, то есть на самом деле нас трое в команде сооснователей, у каждого там по своей доле. И вот эти вот трое, я, Денис Блинов и Артем Пташник. Вот Артем Пташник — это девелопер, Денис Блинов — это чувак, который говорит нам, что нужно сделать, придумывает эти все фичи и пиарит везде. Он же нам бабла раздобыл. В общем… Они вдвоем, они и раннеры, и сайклеры, и вообще дурные чуваки совсем. Может быть, им спорт дает как раз вот этих вот сил херачить круглыми сутками, но я так не могу. Понятно. Смотри, вот ты сейчас сказал, что два других чувака, с которыми ты работаешь, они раннеры, сайклеры. А как же так получилось тогда, что те первые картинки, которые ты нарисовал, они оказались… не нужны, не востребованы у раннеров. И как вы это выяснили? Поначалу они не были раннерами, они были сайклерами. Первое бета-приложение было рассчитано на сайклеров. Ну, я считаю вообще, в принципе, правильно, когда ты делаешь какую-то аппликуху, ты должен рассчитывать больше на себя. То есть не рассчитывать, а ориентироваться на себя. То есть чем бы ты хотел пользоваться. Вот чуваки хотели нормальный трекер для сайклинга. Симпатичный там, ну и так далее. И, собственно, мы так и делали для себя приложение. Они хотели там эту фичу, мы ее прикрутили. Им казалось, что это получится. Общались там с сайклерами. Теперь они занялись марафонским бегом, и им нужны какие-то ресурсы для тренировок. Вот, как я уже говорил, все остальные, они не дают такой свободы. Типа, там, я могу не пробежать, и там, мне скажут, что это было плохо, и вот тебе по-другому. Вот. Нет, ну понятно. То есть вы дали попользоваться раннером, или вы… фидбэк собирали, или вы там тестировали с ними? Как вы это выяснили? Что нужны какие-то изменения? Или просто то, что хотелось, то и делали? Выяснялось на самом деле постепенно. То есть да, чуваки побегали, решили, что это не очень работает. Там, пообщались с теми-то людьми, которым дали попользоваться, они сказали, что там то-то не так. Ну, потому что, опять же, раннеры — это такие странные люди, у которых все совсем по-другому. Ну, на мой взгляд, как дизайнера. Вот. И фидбэк от них, он действительно полезен. Окей, спасибо. Все, вопросов, наверное, больше нет, да? Окей, спасибо.